Представьте, в эту самую минуту ракета Фонда жизни летит в поисках благоприятной для жизни планеты. Именно так мы однажды и покорим космос. Круто, да? Я надеюсь, что увидев здесь столько классного, вы изо всех сил начнете стремиться создавать то, о чем обычный человек только мечтает. Мистер Дрейк. Ничего, пусть спрашивает. Ближе, как тебя зовут? Элли. Не бойся, Элли, ведь людям это свойственно. Унимать тех, кто задает вопросы, но мир преображают только пытливые умы. Это тебе, не теряй. Ребятки, а это доктор Скёрт. Привет, привет. Простите, что отрываю, вам пора на интервью. Точно. Ребята, я убегаю. Элли, ты за главную. Быстро дай пять. Доктор Скёрт ответит на вопросы Элли и всех остальных. Ребята, до новых встреч. Пока. Мистер Дрейк, давайте мы начнем сначала. Вы родились в британской семье, и уже в 19 лет вы открыли генотерапию, увеличившую срок жизни онкологических больных в 2 раза. Ну, если точнее, в 3 раза. В 3? Да, это так. Ну, ничего. Дальше, вам 24. Совсем еще юнец, вы создаете великий фонд жизни. Он создавался годами. А потом, пух, ракеты. Вы, как любой парень в вашем возрасте, решили покорять загадочный космос. Знаете, я всегда верил, что только в космосе найдется панацея от всех-всех наших земных заболеваний. Ведь после стольких находок в океанах и на суше, разве не пора нам исследовать бескрайние ресурсы неба? Ну а вот бескрайние ресурсы ваших фармакомпаний, они ведь осуществляют ваши мечты о бескрайнем космосе. Да, замкнутый круг. Так, в смысле, как у вас тут, ну, в этом вашем фонде жизни, как вы тестируете все препараты? Эдди! Что? У нас речь о ракете. Нет. Тут речь как раз про обвинение. Я вас не понимаю. В том, что ваша империя строится на трупах. Эдди. А разве не так? Цитирую. Для тестов отбираются физически слабые кандидаты, которые, как правило, в дальнейшем погибают. Да, да, я в курсе этих слухов. Сейчас сеть этим пестрит. Класс. А как насчет исков? Не понял. Ну, поданные вам иски от Сары Чемберс, Фила Барклая, вот моя... Роба Макдональда. Спасибо, что пришли. И это только некоторые из тех, кто приходил. На вас право. Двоих, а уезжал трупом. До свидания. Мертвым. Напрочь. Все, на выход. А ну, руки. Пошел. Их убили ваши опыты. Пошел. Это еще не все. Для вас все, мистер Брок. Это угроза? Удачи вам в жизни.